Виноград Тассен, ранний сорт с прекрасным мускатом. История создания. Виноград Тассен выведен искусственно селекционером Т. А. Сониной в соавторстве с Арифом Музафаровичем Алиевым во Всероссийском научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия имени Потапенко. Этот сорт получен на основе скрещивания сортов Италия и Заревой. В государственный реестр этот сорт пока не включен, тем не менее многие любители активно его выращивают. Преимущества. Сорт винограда Тассен подходит для выращивания практически в любом климате. Он обладает высокими гастрономическими качествами, благодаря которым его плоды быстро раскупаются и пользуются большим спросом. Вкус сладкий, мускатный и гармоничный, а также заметны особые нотки земляники. Черенки хорошо приживаются и прекрасно совмещаются с подвоем. Виноград Тассен отличается очень ранним сроком созревания. Характеристики. Виноград Тассен относится к столовому гибридному подвиду розового винограда. У винограда Тассен стабильная урожайность, даже в дождливое лето. Грозди хранятся долгое время в свежем виде, созревают дружно. Переспевшие ягоды не осыпаются и не теряют своей формы. Из ягод получается вкусное вино с мускатным ароматом. Виноград сорта Тассен можно выращивать в теплице. Достоинства, недостатки. Достоинства. Очень ранний срок созревания. Высокая урожайность. Прекрасный вкус и привлекательность внешнего вида. Длительная сохранность ягод на кусте – около 2 месяцев. Устойчивость к влажной погоде. Устойчивость к транспортировке. Недостатки. Невысокая устойчивость к грибковым заболеваниям – аидиум, мильдью, серая гниль. Относительно невысокая морозостойкость – до минус 22 градусов Цельсия. Мелкие ягоды. Небольшие грозди. Любим осами. Требуются специальные мешочки для защиты. Обильное посынкообразование. Урожайность. Сорт Тассен обладает высокой урожайностью. Винограду требуется нормирование глазками, удаление лишних побегов. Обрезку производят на 6-8 глазков, оставляя до 35-40 на куст. Лоза отличается хорошим плодоношением и вызревает практически полностью. На каждом побеге зреет по 2 кисти. С одного взрослого куста собирают около 40 гроздей. Общий вес собранных плодов в среднем составляет 20-35 кг. Сорт может похвастаться богатым и обильным урожаем, если грамотно и регулярно ухаживать. Сроки созревания. Тассен относится к крайне созревающим сортам. С момента вегетации до сбора спелых плодов проходит от 100 до 110 дней. Первый урожай начинают собирать в 20-х числах июля. Рекомендуется на некоторое время оставить ягоды на кустах, так плоды будут более сладкими, а мускатный привкус раскроется максимально. Куст. Кусты винограда Тассен сильно рослые. Они имеют мощные лозы и крепкую корневую систему. Вызревший побег светло-коричневый, в красноту цвет. Из-за быстрой скорости роста кусты нуждаются в обязательной формовке. Листья округлой формы, среднего размера, темно-зеленого цвета. Состоят из 5 лопастей и сильно рассечены. Благодаря обоеполым цветкам виноград не нуждается в дополнительном опылении. Гроздь. Гроздь винограда имеет цилиндроконическую форму. Плотность средняя, а размер довольно крупный. Грозди сильно набитые, но ягода при этом не давится. Средний вес одной кисти варьируется от 500 до 800 граммов. Некоторые экземпляры могут достигать 1,2 килограмма. Грошению не подвержены. Ягоды. Ягоды овальной формы. Размер 25 на 18 мм. Масса 6-7 грамм. При полном созревании ягоды имеет бело-розовый цвет с красным загаром на освещенной стороне. Кожица средней плотности, при употреблении не ощущается. Мякоть довольно плотная, похрустывающая. Внутри находится от 3 до 5 косточек, но за счет мелких размеров они практически не чувствуются. Вкус очень приятный, аромат мускатный, высокое содержание сахаров – 19-21 грамм на 100 кубических сантиметров. Компенсируется некоторым количеством кислоты – 5-6 грамм на кубический дециметр, что обеспечивает гармоничность вкуса. Профессиональные дегустаторы присвоили этому сорту оценку 8,2 балла. Посадка. Для посадки винограда Тассен подходит и весна, и осень, но его часто выращивают в холодных регионах, поэтому желательно весенняя посадка до середины мая. Место для посадки нужно подготавливать заранее.
Лучше всего высаживать вдоль забора или построек, укрывающих кусты от холодных ветров. Желательно, чтобы виноградник был хорошо освещен. Сажают тассен и корни собственными саженцами и прививают на взрослый подвой. Черенки для любого из этих методов заготавливают осенью, вырезая вызревшую часть лозы с 4-5 глазками. На зиму их срезы парафинируют, а сами черенки убирают в погреб или холодильник. Полив и подкормка. Полив винограду нужен умеренный. За сезон производят 4 основных полива. После цветения, во время формирования ягод, после сбора урожая, перед укрытием на зиму. Чтобы солнечные лучи не нанесли растениям ожоги, поливать виноград лучше в вечернее время. Вода желательно должна быть отстоявшейся и теплой. Взрослые растения нужно периодически удобрять. Органические удобрения вносят в период после цветения, во время формирования ягод. Перед укрытием на зиму кусты удобряют препаратами, содержащими калий. Морозостойкость укрытия. Гибридный сорт обладает неплохой стойкостью к морозам, выдерживает похолодание до минус 20 градусов Цельсия. Если зимние температуры опускаются ниже минус 20 градусов Цельсия, укрытие винограда производят осенью, когда опадает листва. Виноградные кусты обрезают и удобряют для повышения иммунитета. Лозу снимают со шпалер, связывают и укладывают на землю в лунки глубиной около 20 см. Предварительно можно мульчировать грунт под лозой. Для укрытия подходят любые доступные материалы – земля, солома, лапник, агроволокно, доски и тому подобное. Хранение. Урожай винограда тассен может находиться на лозе, не теряя своих качеств, до 2 месяцев. Срезанные грозди хранят в подвале или холодильнике до 1 месяца. Подвешенный в прохладном темном помещении виноград сохраняется 2-3 месяца. Отзывы. Тассен на моем винограднике является одним из самых почитаемых и любимых сортов моей семьи. Одновременно является и моей визитной карточкой на любых выставках. Этот сорт требует подбора прежде всего хорошего теплого и освещенного места, грамотной и своевременной защиты от болезней и тогда красавец. Как для севера Беларуси, так считаю его эталонным по вкусу и товарности для выращивания в открытом грунте, но в пристеночной культуре. Выдает прекрасные стандартные грозди весом 500-600 грамм. В поликарбонатной теплице до 800 грамм, но и там у меня растет. С красивой желто-розовой аппетитной ягодой 6-8 грамм. Нам ведь на севере не до жиру. Набирает довольно неплохо сахаристость, порядка 17-19% при низкой кислотности. С вызреваемостью лоз особых проблем нет. Да и урожайность на высоте. Кроме того, подметил и то, что грозди довольно неплохо висят длительное время на кустах. Но еще раз подчеркну, слабину при выращивании не прощает. Вадим Точилин, город Новополоцк, Беларусь.